Итак, карабулька, распаковка. Документики. Так. Как-то ее надо по-другому распаковывать. Итак, привод внешний нормальный. Теперь его нужно будет проверить. Проверка привода на работоспособность. Заезжает. Хотя не заезжает, заезжает. Вовнутрь идет, а вот внаружи нет. Но. И на простом тесте видно, что можно удержать рукой, значит, нужно смотреть шестерню для начала. Итак, будем вскрывать и смотреть. Ну, а что там смотреть, в принципе, там понятно и так, что шестерня все. И требовалось доказать. Вот такая вот выработка по шестеренке. Будем ремонтировать. Так, для начала нужно избавиться от подшипника. Подшипник. Теперь будем выбивать. Текс. Может быть, он, конечно, и так пойдет. Да. И так пойдет. Теперь можно и выкрутить саму шестерню.
Идем искать подобную шестерню, но без выработки. Ну и вот из запчастей нечто подобное. Надеть подшипник, а то потом мы его просто не всунем туда физически. Пойду в теса зажимать. Так, продолжаем. Накрутили. Так. Теперь нужно зафиксировать. Ставим и собираем. Смазка. Так, все решает смазку. Так. Thank you.
накручиваем шток и будем проверять. Так. Подключаем. Проверка привода на работоспособность. Так, он заезжает. Нет, не заезжает. Не, заезжает, заезжает. Вовнутрь идет, а вот наружу нет. Но. И на простом тесте видно, что можно удержать рукой, значит, нужно смотреть шестерню для начала.